Физкульт, привет! Всемирный день здоровья в Запорожье отметили массовой зарядкой. На занятия собрались с 500 человек вместе со школьниками и студентами. Упражнения также выполняли работники местных предприятий и военные. Как все было, расскажет Анастасия Симова. Утро каждого человека должно начинаться не с кофе, а с зарядки, уверена запорожская молодежь. В подтверждение своих слов активисты решили провести в городе так называемую руханку. Для этого ровно в полдень собрались на территории манежа. Это всемирная акция, Запорожье ее поддерживает сегодня с участием всех желающих. Нужно, наверное, сказать о том, что двигательная активность сегодня определяет многое. И мы сегодня видим пришедших в легкоатлетический манеж людей, которые хотят подтвердить это. В акции принимают участие и совсем юные запорожцы, и спортсмены со стажем. Здесь все в спортивной форме. И уже не разобрать, кто студент, кто военный, а кто чиновник. Все потому, говорят организаторы, что спорт действительно способен объединять. Сегодня с молодью зарядку будут выполнять не лише студенты, школяри, але також до нас приєдналася и молодь, яка уже працює на підприємствах. А також приєдналися до нас військовослужбовці, які сьогодні розуміють, як ніколи, наскільки важливо, щоб молода людина була фізично загартована, сильна, яка може захищати свою батьківщину. Активісти уверены, кожен чоловік должен находить время для спорту. Отмечають, такі мероприятия особливо важні для молодежи. Я надеюсь, что благодаря таким мероприятиям уровень спортивной подготовки нашей молодежи будет расти. Проводить подобные акции организаторы планируют и в дальнейшем. Уверены, спорт помогает человеку поверить в себя, закаляет характер и дарит позитивные эмоции.